Господа, встречайте, Мстислав Поливанов и ваши аплодисменты. Итак, лучшие юниоры пород первой группы. Немецкая овчарка Бобтейл. Белая швейцарская овчарка. Кобель короткошерстный. Австралийская овчарка. Вельшкорки Пемброк. Вельшкорки Кардиган. Такая небольшая, но довольно сильная группа. Да. Всего-то 7 собак всего. Нас мало, но мы в тельняшках. Я только начала считать, они уже все закончились. Итак, только одна собака. И уже это выбрано. Ага. Извините, я должна вмешаться в процесс. Извините. Мстислав Александрович, мы договаривались, что только одна собака. Одну собаку. Вот видите, как только судья видит много хороших собак, ему хочется побольше отобрать, чтобы позволить им соревноваться и дальше. Девушка с златошерстной. Ольга, вернитесь, пожалуйста. А, ну вот уже сделан выбор. Это немецкая овчарка. Пожалуйста, пройдите в прилинг. А мы приглашаем участников второй группы юниоров. Среднеазиатская овчарка. Кавказская овчарка. Бульмастиф. Бордоский дог, Ньюфаундлен, Леон Бергер, русский черный терьер, итальянский Кани Корса, Ризеншнауцер, Сен-Бернар, большой швейцарский Зенненхунд. Пожалуйста, собак в профиль, поставьте в профиль. Тибетский мастиф. Аргентинский дог, ротвейлер, шарпей, цвергшнауцер черного окраса, цвергшнауцер перец солью, цвергшнауцер черный с серебром. А судья ожидает лучших юниоров третьей группы. Американский собачий-терьер, Гэри Блю-терьер, миниатюрный буль-терьер, Бенедикт-терьер, Джек Рассел-терьер, Вест-Хайленд-Вальтерьер, Норвич-терьер, Скотч-терьер, Силихен-терьер, Бордер-терьер, Вельштерьер, Дэнди Денмонтерьер и завершает группу Йоркширский терьер. Итак, в ринг вышло 13 пород. Все терьеры, это третья группа, юниоры. Сейчас будет выбрана только одна. Итак, скотч-терьеры, ваши аплодисменты. Эта собака уходит в прерию. Скотч-терьер, к нам, пожалуйста. Прерин.
уважаемые участники волнуются. И а когда вот и ваша четвертая группа. Встречайте, такса стандартная гладкошерстная. Такса стандартная жесткошерстная. Такса миниатюрная гладкошерстная. Такса миниатюрная жесткошерстная. Такса кроличья гладкошерстная. И такса кроличья жесткошерстная. Итак, со стандартная жесткошерстная попадает, или это гладкошерстная, гладкошерстная, простите, стандартная гладкошерстная уходит в пре-ринг. А в пре-ринге томятся юниоры пятой группы. Аляскинский малабут, американская кита, сибирский хаски, фараоновая собака. Тайский риджбек, шиба, басенджи, перуанская малая собака, чао-чао и померанский шпиц. Это вся пятая группа юниоров. И вот 10 участников вошли в ринг. Это пятая группа, кто же будет отобран? Заходят участники шестой группы. Встречаем Bloodhound, Родезийский Ричбек, Пигль, Малый Вандезский Бас и Грифон. И это все. Уходит Малый Вандезский Бас и Грифон. А тем временем нас ожидают юниоры седьмой группы. Английский Поттер, Ирландский Сеттер, Браку Итальяно, Английский Сеттер, Чешский Фолсик, Курцка, Грифон Кардальца. Это все. Семь пород появилось в ринге. Итак. Ирландский сеттер проходит в финал. Мы поздравляем. Пожалуйста, пре-ринг. Готовьтесь, причесывайтесь. Не переживайте. А тем временем в ринг выходят представители восьмой группы. Итак, лабрадор-ретривер. Голден-ретривер. Лагода-романьоло. Американский кокер-спаниель, английский кокер-спаниель. Всего 5 участников вышло в ринг. Сейчас мы узнаем счастливчика, который отправится ожидать выхода в Best Pre-Ring. Thank you.
американский кокер спаниель. А я тем временем направляюсь за компаньонами. И сейчас главный ринг для господина Поливанова мы представим юниоров 9-й группы. Большой белый пудель. Той пудель, французский бульдог. Мальтезер, бишон фризе, пекинес, мопс. Бельгийский грифон, Лхаса Псо, Папион, Шицу и очаровательный, как он старается, чихуатый на шерсти. И вот вышло 12 участников, это у нас 9-я группа. Итак, 9-я группа юниоров. Это предпоследний конкурс среди юниорских конкурсов. Нам нужно лишь 9-го и затем 10-го финалиста выбрать. И кто же будет 9-м? Судья просит оставить французский. Да, французский бульдог отправляется в прерий. А тем временем участники 10-й группы готовы уже зайти в прерий. Встречаем Азавак, афганская борзая, русская псовая борзая, ирландский волкодав, выпет, легретка. И остался у нас последний участник, который идет в пре-ринг. И мы готовы будем начать квест юниора, финальная его часть. Ирландский волкодав отправляется в пре-ринг. Итак, уважаемый судья, сейчас в этом ринге появится 10 собак, то есть по одному участнику от каждой группы. В вашу компетенцию входит выбрать 5 лучших, и потом из этих 5 3. Итак, друзья, может быть, все-таки аплодисментами встретим тех, кто сейчас появится на этом ринге. Итак, немецкая овчарка. Юниорский победитель второй группы, Ньюфаундленд. 104 лет. Это третья группа среди юниоров, победитель. Победитель четвертой юниорской группы, танца стандартная гладкошерстная. Победитель 5-й группы среди юниоров, фараонова собака.
Победитель 6-й юниорской группы. Малый вандейский бассейн «Грифон». Победитель 7-й группы среди юниоров. Ирландский «Красный Центр». 8-й группе юниоров был выбран американский «Хокер Спаниель». Победитель 9-й группы среди юниоров – французский «Хот-дог». И завершает группу финалистов конкурса юниоров «Ирландский волкодав». Фараонова собака, немецкая овчарка, скотч-терьер и еще два счастливчика. Счастливая собака и счастливый хендлер. Ньюфаундленд еще, ну и последний тоже пригодится на борт. Пожалуйста, уважаемые участники, переходим к сцене. Пожалуйста, переходим к сцене. И, как всегда, первыми встают крупные собаки, а замыкают пятерку наши маленькие чемпионы. Немецкая овчарка продемонстрировала себя. Фараонова собака. А перед вами Ньюфаундленд. Скотч-терьер.
Маленькие собачки долго бегут, поэтому нужны долгие аплодисменты. Спасибо. И перед вами последний финалист, французский бульдог. Итак, последний штрих работы судьи, и буквально несколько секунд нас отделяет от результата. Судья очень щепетилен, он еще и с другой стороны решил посмотреть на собак. Со всех сторон. Впрочем, как и остальные судьи, безусловно, очень тщательно и серьезно подходит к осмотру собак. И если что-то вызывает сомнение у питомца, безусловно, судья более тщательно смотрит на это. Пять счастливчиков, которые прошли долгий путь с утра. Итак, Слав Александрович, видимо, готов к результату, и сейчас мы узнаем. Ну что ж, и вот итог финального конкурса, конкурса названия «Лучший юниор» международной выставки «Евразия», Кубок президента РКФ. Третье место. Фараонова собака. Поздравляем! Второе место! Немецкая овчарка! И на первое место судья Мстислав Поливанов приглашает скотч-терьера! Спасибо большое. Просим уважаемого судью пройти в зону фотографирования вместе.